Мяч, ну, неудачно его выбивают. Кайралиев. Подача в штрафную. В прыжке. Красиво. Опасно может быть. Удар! 3-2! И вне игры. Гол не засчитан. И бежит. Атажанов к боковому. Я напомню, что не был засчитан. Вернее, было очень много споров во время игры между... во время игры в Петропавловске. Там мяч ударился об штангу, отлетел, вратарь его накрыл. Хозяев поля. Гол! И все-таки гол! Вот и повтор. Великолепная передача была от Мирошниченко, да, я насколько помню. Вынос головой и вот удар в дальний угол. Так, а почему вне игры-то? Почему спорят? А, ну, игрок, да, Антон Шиндер был, ну, разве это вне игры? Посмотрите, мяч же его не задел. И, ну, вот вроде как он вратарю не помешал. Вратарь на 2 метра ближе к мячу, чем